сочное, ароматное, аппетитное мясо можно приготовить только в исключительной посуде. Сегодня именно такую исключительную посуду мы предлагаем вашему вниманию. Набор сковород от компании Tefal, французский производитель, который давным-давно зарекомендовал себя на мировом рынке. Здравствуйте, дорогие телезрители, мы рады приветствовать вас на нашей уютной кухне. Меня зовут Ольга. Меня зовут Галина, добрый день. Всегда приятно найти новое в привычном или поменять привычное на новое. Сегодня мы представляем наборы посуды Tefal, которые состоят из двух вариантов. Это ковшик и сковорода, и две сковороды разного размера. Что их объединяет? Во-первых, хранение по принципу матрешки один в другом. И общая ручка, которая великолепно крепится ко всем видам посуды, независимо от диаметра. Какая удобная ручка. Ей, правда, очень легко пользоваться. Ручка очень удобная и очень качественная. Производитель гарантирует использование в течение, Оля, ты только прислушайся, 10 лет. 10 лет гарантии. Это очень качественная ручка. Сейчас я это докажу, используя определенный опыт. Посмотри, Оль. Смотри, мы сейчас сделаем опыт. Я кладу 2 гантели по 2 килограмма. 4. 2 гантели по килограмму. 6. 6. И 2 гантели по полкилограмма. Всего 7 килограммов. Сделать. Я хочу понять, это очень тяжело. А теперь, Оля, я хочу предложить тебе поднять это за ручку. Да это невозможно, она сломается. Попробовать? Ну давай, не я боюсь, что тебе очень тяжело. Ой. Ничего себе. Но ручки-то... Еле держу, но ручки, хоть бы что. Вы посмотрите, дорогие телезрители, причем невероятная, выдерживает прочная, качественная посуда ручка от компании Tefal. Выдержит не только ручкой, но и сковорода. Посмотрите, слушайте, ничего посмотрите, не даже произошло. Ничего не осталось на сковороде, ни одной царапины. А могла согнуться. Ничего не произошло с ней, все абсолютно как новое. Идеальная сковородка, мне очень нравится. Покрытие антипригарное, что гарантирует мгновенное распределение тепла по всей поверхности. У нас есть индикатор определения, индикатор нагрева, который показывает нам, когда можно использовать сковородку в своих целях. Я сейчас здесь буду жарить картошку. Оль, а тебе предложу еще один опыт, который удостоверяет и доказывает нам, что покрытие абсолютно антипригарное. То есть на ней, разумеется, может что-нибудь подгореть, если хозяйка невнимательна. Ну, я уже подготовил нашу прилипнуть, сковороду. Пришпариться не может ни в коем случае. Посмотри. Я люблю эксперименты, давайте посмотрим. Молоко. Оно сейчас моментально подгорит. Вы посмотрите, как 180 градусов, да, нагрев. Индикатор загорается, когда сковорода прогревается до 180 градусов. И посмотрите, молоко пригорело абсолютно. Как же теперь его отмывать от этой сковороды? Ну вот сейчас посмотри, как оно легко отойдет от сковороды. Смотри, видишь, она отходит. Правда, отходит. Нет. Это ничего себе... Ты знаешь, это значит, можно абсолютно не пользоваться даже ни губками, ничем. То есть абсолютно, губкой, конечно, даже если что-то пригорает, все элементарно отходит. Как мне нравятся эти сковородки, я хочу обязательно приобрести себе их после эфира. Ну что, Галина, покажи, ну что все у тебя получилось. Без губки, без ничего, абсолютно просто под водой сполоснули, и сковородка как новая. Оля, я хотела бы еще обратить твое внимание снова на сотейник. Как ты думаешь, что в нем можно приготовить? Я уже приготовила. Сейчас я немножко здесь... Приготовлю нам вот такие красивые овощи. Они очень вкусные получаются на этой сковороде. Уважаемые телезрители, да, в таком ковше я приготовила плов. Так, я возьму нашу ручку. Кстати, очень удобная ручка. Она, не она только, естественно, не раскаляется, то есть она остается холодной, сколько бы она ни находилась на сковороде. Посмотрите, что я делаю. Достаю с легкостью. Горячая поверхность мне не страшна. Эта ручка позволяет нам с легкостью управляться. С горячим ковшом. Посмотрите. Идеальный ковш. Чем он еще идеален? Тем, что мы можем нашим гостям предложить отведать его прямо отсюда, прямо из этого ковша. Не надо во что-то перекладывать. И так выглядит очень красиво. Я так понимаю, что его можно сразу поставить в духовку, да, не боясь, что ручка расплавится, потому что она легко снимается. Я тебе даю вилочку, чтобы ты попробовала плов. Да, это хочу обратить внимание на то, что я мешаю картошку просто вилкой. Я не боюсь повредить поверхность, потому что это покрытие антипригарное, да. Оно выдерживает контакт с металлом. Я попробую плов. Какой у нас получился в посуде от компании Tefal. Итак, дорогие друзья, сковороды Tefal с антипригарным вкусно покрытием, потрясающе, с индикатором температуры, замечательных размеров. Самое главное, уникальная ручка и способ хранения
по принципу матрешки, что сохраняет, естественно, в наших маленьких кухнях удобство их эксплуатации. Только качественные товары предлагает производитель Тефаль. И с каждым днем этот производитель идет вперед и вперед, не уставая нас удивлять. Уважаемые телезрители, сегодня мы вам представили набор посуды в двух модификациях. Это две сковороды, вот такие, посмотрите, диаметр 24 сантиметра и 28 сантиметров. Либо другая модификация, 26 сантиметров, вот такая сковорода, вот такой вот ковш и, конечно же, ручка. Неубиваемая ручка, которая прослужит вам долгие-долгие годы, а гарантия на нее 10 лет от производителя. Невероятная гарантия. Ну, конечно... Производитель, французский производитель, звоните и заказывайте прямо сейчас, ведь цена уникальная, только сегодня от 2490 рублей. Невероятная цена на такую качественную посуду будет действовать только в течение сегодняшнего дня, уже завтра. Такие наборы будут стоить гораздо, гораздо дороже.